Теперь о событии, которого долго ждали столичные автомобилисты. Открылся Алабяно-Балтийский тоннель. Старт движению сегодня дал мэр Москвы Сергей Собянин. Возведение объекта продолжалось почти 10 лет. Строители столкнулись с серьезными трудностями. Кроме того, на завершающем этапе пришлось менять обанкротившегося подрядчика. Некоторое время туннель функционировал в одностороннем режиме. И вот теперь превратился в полноценную магистраль. Туннель соединил улицу Алабяна и Большую Академическую. В дальнейшем развязка станет частью северо-западной хорды от Ярославского до Сколковского шоссе.